Ребятки, всем привет, с вами Александр, у нас начался второй круг битвы с боссом, так, давайте сейчас мы отсюда выйдем. Главный наш, в общем-то, приз, который можно собрать по пазлам, это Чан И. Так, у нее изначальная атака 74, также что у нас здесь еще? Так, Эрлайн Шань, из новых, вот наш главный приз, собственно говоря, битвы с боссом, это такой вот лунный кролик, ну ничем особо не примечателен, за него даже не спешу. Есть у нас красный коготь типический, есть пленительный, тоже как бы ничем не выделяется особым, и еще есть редкий подменыш, типа кукушка, да, 68 атака для редкого, вот тут нифига себе. Неплохая у него так атака, как для редкого, в общем-то. А у нас, ребятки, пришло время открывать много божественных сундуков. Погнали. Так, у нас 75 билетиков. Будем чередовать. Как и на стримчике мы делали, то 1, то 2, то 3. Так, хорошо. А, можно вот так вот делать. Очень даже прикольно. Можно вот так. Так, смотрим, так. 40 попалось нам. Вот по так подменыши немножко есть. И вот этих вот дракончиков. Так, давайте вспомним, кто это у нас. Пленительный. Пленительный нам еще попался. Ну ладно, нам, конечно, интересно совсем другое. Откроем 5. Так, ну хоть еды насобираем. Давайте еще 5. Такая у нас есть чудесная кнопочка. Вообще, смотрите, ни одной карточки. Ну, мне, по-моему, одна попадалась только чаны. Так, вот им прикольно будет, да? Открыть 70 сундуков и не собрать дракона. Ну, то есть даже 75, а у нас еще на это есть сколько дней? Еще 7 дней нас дается обычно, да, на битву с боссом. То есть у нас есть почти неделя. Я еще насобираю довольно много карточек, но это будет, конечно, эпик фейл. Так, ну подменыша мы соберем, это я точно вижу. У нас такой open case в легенде Дракономании. О, смотрите, вторую карточку только собрал. Открыл уже 30 билетов. Почти. Дайте мне 100, не помню, 40, да, максимум может попасться. Еще одна карточка попалась, но это печалька. Так, делаем вот так и вот так. Собрали. Вот 40 карточек, это максимум, что может попасться. Еще 40, да отвалите вы, зачем мне столько? Дайте мне 3 раза по 40 чаны. Да. Так, по одной, печалька. Еще давайте. Ну давайте, держите, ребята, пальчики. Так. Да. Так, ну не 140, я уже таких 2 скоро соберу. Чем мне с ними делать-то?
Так, собрали подмёныша. Делаем вот так. Но я в этом не сомневался, что я его соберу. Эх. Один билетик мне попался еще. Прикольно. Еще 40, ребята, 184. Я уже больше двух собрал. Это просто жесть. Ну вот этого я еще точно соберу. Да. Все, у нас закончились. Закончились билетики, ребята. Ладно, пойдем тогда. Сейчас наваляем какому-то боссу. Подменушу давайте наваляем. Так. Ну вот так вот у нас пока что получается. Так, нам карточку одну дали, да, за это дело? Есть у нас карточка одна? Да, у нас есть целый билетик. Да. Все, 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 все. Уходим отсюда. Такое тут собрал. Эпик, атака 68. Ну, такой себе эпик. Свет, ветер. Скажем так, не фигня, но зачем? Зачем? Непонятно, ребята. Также, давайте сейчас глянем. О, еще один билетик у нас есть. Ладно, давайте еще потратим билетик. Вау, 8 кусочков. Ужас-то какой. Так, с этим разобрались. У нас также сейчас началась акция, ребятки. Это вот-вот-вот. Вы видите, как больше драконов за это можно получить. Ну, за эпика 503 эпика вывели и получили 10 билетиков. Так. Ну, что у нас здесь за Эрлан? Так, так, так. 30 здесь мы насобирали, ну 10 нам дадут на 21 день, то есть отлично. С этим у нас проблем не возникнет. Также у нас есть кто-то точно на прокачку. У нас снова зато еды хоть насобирали и прочей всякой ерунды. Так, золото в жилищах, отлично. У нас, как видите, появились уже акции по рецептам. Как там, драконья радость или... Как она у нас правильно здесь называется? Приготовьте рецепты. Приласкайте дракончиков. Так, я вообще что-то могу собрать? Пока не могу, давайте попросим вот так. Это неинтересно, это неинтересно. Завоевать рудники на карте, это да. Давайте сейчас пойдем погладим парочку дракончиков. Ну, попутное золото будем собирать. Так, один есть. Так, нам штук 6 нужно погладить. Давайте нашего самурайчика погладим. Так, это у нас не то. Это мексиканец. Он же контрабас. Так. Никита нам подарил пирожок. И мы тоже выполнили какое-то задание. Так, давайте это проверим. Сразу поставим на выведение. Это нам не интересно. Давайте пойдем завоюем два рудника. Так, звездная пыль у нас здесь самый сильный враг. Но не для факела.
Проще простого. Так, и вот второй наш будет рудничок. Здесь у нас классик, да, самый сильный. Джунгли и, ну, конфетка, либо стихия. Стихия, походу. Раскраска похожая. Какого ты уровня? Что-то так крепкий такой. 42, 41. Выстояли. Джунгли крепкие. Матушка природа какая крепкая у нас тут. Так, это мы выполнили. Готово. Так, исследование рун нет. Вот сюда. Я как раз здесь уже тоже прошел. Так. Стоять. Не, промахнулся. А, колдовская арена. Точно. Все правильно. Сюда. Так, 17. Если 17, значит, нужно взять кого? Вот так вот. Делать для Архангела. Он у нас самый дохленький. А, кстати, мы еще пойдем кого-то прокачаем, да. Кого-то же обязательно нужно прокачать. Так, три боя нам нужно здесь сделать. Это проще простого. Арбузик у нас прокачанный на 4 звездочки. Он как апельсинчик, только арбузик. Так, обычный сундучок. Ничего ценного здесь мы не ждем. Так, идем дальше. Следующая по силе у нас ягодка-малинка. Твой выход. Легко расправились с 26 уровнем. Так, идет 26 на 3 звезды. Выстоит ли он? Не выстоял. 26 на 3 звезды. Тоже не выстоял. Ну, понятно. Маловатый уровень. И 26 на 4 звезды. Самый сильный. Но тоже не смог продержаться. One Punch Man. Ягодка у нас была сегодня One Punch Man. Хороший сундучок у нас. И давайте вангую легендарный кусочек. Когда-нибудь. Ладно. Так, нам вообще какая-то легкотня, смотрите, попадается все время. Осень разберется. Вас седьмой классик, это вам не просто так. Тридцать первая агавушка. Агавушка, травушка, муравушка.
и туман. Последний наш враг. Так, с этим мы разобрались. Идем сюда. Смотрим, что нам тут предложат. И победить еще на колдовской арене. Давайте победим. Ну, у нас, правда, осталась только одна битва, за которую нам что-нибудь дадут. Ну, вот, давайте пойдем. Будет у нас довольно сильный противник. Первый у нас рыба-клоун. Не, бананчик. Бананчик нам попадается. Стихия повержена. Туземец. И тигр. Тигр против тигра. Шерхан. Наш Шерхан победил. Так, у нас, кстати, 94 уровень. По-моему, я сегодня получил новый уровень. Так. Ну, с этим мы пока что завершим. Так, а сколько, давайте проверим, сколько я могу строить жилищ. Жилища. Я еще могу построить 3 жилища. Это хорошо. Но, что? Так, вот у меня одно строится. Заглянем, давайте сюда. Где у нас холодно. Так, у меня здесь маленький коральчик сидит. Так, и давайте, может, что-нибудь... Вот эти вот елочки почистить по 15 миллионов стоит. Я думаю, пока что их трогать не буду. Пока есть, как бы, вот сюда мне помещается. Вот за 5 миллионов можно что-то расчистить. Ну, вот так вот пока что хватит. А то мне глаз начинает дергаться, когда я такие деньги трачу на расчистку острова. Так. О, ребяточки, и вот кого мы будем сейчас качать. Это у нас дракончик божественный. Так. Вот так вот нужно сделать. И давайте будем кормить. По традиции на 14 уровень. Пью. Опа, прикольно. Как он хряцает. Давайте попробуем бросить пищу вверх. Вот, вот так вот, отлично он поймал. Смотрим, какой у нас уровень получился. Так, у нас 2397 жизни и 636 атака. Вот такой вот у нас божественный, небожественный дракон. Кстати, ты у нас эпический, да? Ладно, ладно. Хорошо. Так, в следующей серии, я думаю, мы прокачаем бананового духа. Он у меня как вот готов уже к высидке. Сейчас мы продадим лишнего. Продать. И вот так вот выглядит наш банановый дух.
Ну, я постараюсь его там сохранить, пусть пока там полежит. Будет время, обязательно туда зайдем. Так, также, ребятки, не забываем дарить друг другу подарки, помогать всем, кто просит, чтобы получать вот такие вот призы. Так, а для этого нужно заходить вот сюда, в маячок. И вот всем друзьям отправлять подарки. Вот так вот. Как говорится, кто увидел свое лицо, ставим лайк. Да. Ну а код дружбы вот у меня вот такой вот вверху. С этим разобрались, и, по-моему, у меня вообще есть парочка невыполненных дел вот здесь. Да, пятый и шестой остановочка. Давайте сейчас это дело выполним. Так, возьмем вот так, вот так и вот так. Да-да, ветер, надо блокировать. Это тебя не спасет. Так, волна номер два. О-о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 -
Так, вообще-то я бы уже насобирал, наверное, на гнев дракона. Сожги их! И гнев дракона. Так, и последняя наша остановка. 45-й, 46-й. Ну, сильные уровни. По-моему, уровни подросли у нашего противника. И как вы считаете? Из-за того, что мы факела качнули. Так, ну мы будем бить электрикой, конечно же, сюда. Энергией. До свидания. Давайте сохраним всю нашу троицу до конца боя. И энергетически разрушающий удар. Очень легко. Так, ну откроем давайте уже правый сундук. Немножко еды, ну, в общем-то, и все. Так, а что у нас здесь в магазине? Сколько у нас очков? 27 тысяч. Ну, ничего. Еще, как говорится, 10 раз и 10 раз пройти, и мы сможем получить монаха, за которого мы дружно проголосовали на стриме. Так, ну вроде как все, ребятки, что хотел, показал. Сейчас я пробую вывести вот этого дракона, то есть буду чередовать ураган плюс грязь. Я чередую с выведением на чаровницу. Огонь плюс чернобронный, вот так вот. Это у нас комбинация для чаровницы, а здесь комбинируем ураган плюс грязь. Ну, чтобы было какое-то разнообразие, да и времени все-таки довольно много. На этом все, ребятки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.